Дорога не для слабонервных, по меньшей мере, так стоило бы назвать дорогу в китайской провинции Хунань, которая ведет к горе Тяньмэнь с ее удивительной пещерой Небесные врата. Крутизна поворотов и обрывистые склоны способны заставить учащенно биться сердце самых смелых путешественников. Вообще-то, ее официальное название – Дорога Больших Ворот. Есть и неофициальная – Дорога 99 поворотов. Поворотов у этой поразительной дороги действительно немало, и кроме того, число 9 в китайской мифологии несет в себе определенный смысл. Считается, что это счастливое число. Оно связано с именем императора. Дорога в небеса строилась с 1998 по 2006 годы. Ее длина 11 километров и поднимается она с отметки в 200 метров ниже уровня моря до 1300 метров выше. Преодолеть головокружительный подъем можно, впрочем, не только по дороге, но и в кабине канатной дороги. Правда, стоит настроиться на довольно длительное путешествие, длина местной канатки 7455 метров, и она является самой длинной в мире. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.